В Минобороны прокомментировали обвинения со стороны Пентагона в том, что якобы 16 июня российская авиация нанесла удар по сирийской оппозиции. Как сообщил представитель военного ведомства Игорь Коношенков, удар был произведен по объекту вне 300-километровой зоны, которую США объявили территорией действия оппозиции. Кроме того, члены коалиции, возглавляемые США, были предупреждены о координатах наземных целей для российских ВКС. В свою очередь, от США так и не были получены координаты районов расположения подконтрольных им отрядов оппозиции, заявил Коношенков, уточнив, что таким образом действия российской стороны полностью соответствовали прежним договоренностям. Также в Минобороны выразили сожаление, что пока не удается согласовать с американцами единую карту всех действующих в Сирии сил.